Личный состав краснознаменной Каспийской флотилии, представители МЧС России, пограничной службы ФСБ России, юноармейцы, кадеты и многие другие. Сегодня, в 78-ю годовщину Дня Великой Победы, по главной площади города Каспийска пройдут более 800 военнослужащих. Тех, кто ковал победу своими руками, встречали стоя. Ибрагим Паше Садыкову 99 лет. Он, прошедший через всю войну и познавший вкус победы, передает свою твердость духа и уверенность тем, кто сейчас борется за мирное небо над головой. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 180 тысяч дагестанцев. Из них 90 тысяч не вернулись домой. И сейчас наши земляки мужественно защищают интересы нашей родины. Наши ребята все духом горжутся, честно говоря, не только я, все дагестанцы, вся Россия на сегодняшний день. Около 200 наград орден мужества имеют, не считая там за отвагу, за все. Особенно подчеркивают везде российской армии, только дагестанцы. Они на передовых. Ребята мужественные, крепкие, держатся. Иншаллах, все будет нормально, так надеемся. Город трудовой доблести Каспийск принимает парад не впервые, но в этот раз эмоции у присутствующих были совсем другие. Парад, он ближе. Чувствуется, ощущения совсем другие. Тем более такой близкий человек находится в данный момент, защищает нашу страну. Ну, ощущения непередаваемые. Папа, мы тебя любим и ждем. Во-первых, хочу поздравить всех жителей Дагестана, России с великим праздником 9 мая, Днем Победы. Этот день на самом деле праздничный. И для молодежи, для взрослых, для всего поколения. Вчера мы посещали ветеранов, они делились своими впечатлениями. И один из ветеранов пролил даже слезу, говоря о том, что она завоевала этот Крым в 41-45 годах, и что сейчас нашему поколению приходится опять отстаивать Крым, Украину и другие территории, защищать целостность России. Ей было обидно, что опять то же самое повторилось. А чтобы это не повторилось, и мы помнили, мы должны, то есть, помнить о том, что происходило. Мы должны помнить свою историю, мы должны ее передавать, ценить. То, что сегодня есть у нас. Это мирное небо, это мирная жизнь. Поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы! Официальная часть парада началась с появлением Знамени Победы. Когда-то его водружение над Рейхстагом стало символом окончания войны, после чего было прямое включение с главной площади страны. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы, с праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. После выступления президента страны слово взял и глава республики. Уважаемые дагестанцы, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник для нашей страны, и каждого из нас всегда был и будет священным. 78 лет назад многонациональный советский народ одержал победу в самой страшной и кровавой войне. Спас нашу Родину от порабощения, подарив всему миру жизнь и свободу.
каждой семье есть своя история. История победы 45-го, рассказанная нашими родными, непосредственными участниками боевых действий или тружниками тыла. Благодаря им жива эта память. И ее мы передаем сыновьям и дочерям, внукам и правнукам, для того, чтобы подвиг народа никогда не был забыт. Мы преклоняемся сегодня перед теми, чье мужество, отвага и готовность умереть за отчизну стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их приспешников. На этот раз парад Победы воспринимается иначе, и это замечают все. Многие проводят и параллель с той освободительной войной. 78 лет тому назад наши деды и прадеды сломали хребет фашистской Германии. Сейчас уроки мужества проявляют наши земляки, участвующие в специальной военной операции на территории Украины. Всем, которые удостоились высокого звания, высокой степени доблести, семь героев. Это говорит о том, что наш дагестанский народ всегда был и остается мужественным, патриотичным. И вновь спустя десятилетия рвутся снаряды, полыхают пожары, гибнут мирные люди. Вновь на территории Украины звучит немецкая, итальянская, испанская, английская речь. Вновь выпущена кошачья свора с крестами, леопарды, гепарды. И вновь российские военнослужащие, так же, как и великое поколение победителей, вынуждены бороться с этой нечистью. Но мы никому не позволим украсть нашу победу. Кульминацией парада стал торжественный марш военнослужащих и проход военной техники. Ну что ж, парад Победы в Каспийске подошел к концу. Сейчас множество людей, в том числе и маленькие дети, рассматривают технику, которая торжественно проходила по главной площади города. И, думаю, свои эмоции после парада они передадут сами. Ну что, вам понравился парад? Да, понравился. Ну, давайте вместе поздравим всех с Днем Победы. С Днем Победы! С Днем Победы! Карим Гамаев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ Каспийск.